Кути, General Director of Metropolia Group. Please share our insights with us. Всем добрый день. Ну, моя презентация называется «Ну так», которая посвящена основным вызовам, которые стоят перед отраслью возобновляемой энергетики Украины. Два раза в год я выхожу на подобную сцену с докладом осенью и весной, вот на CSolar и на CEF. Уже на протяжении последних многих лет постоянно что-то рассказываю. Вот обычно мои выступления касаются каких-нибудь страшилок вот в энергосистеме. Как не надо делать, вот, и что нас ждет, и как делать правильно. Вот мы обычно, значит, прикладываем расчеты, разные рекомендации, значит, Красной Королевы. Это у нас такой новый мем. Но по большому счету ситуация в значительной степени в отрасли идет самотеком. И в значительной степени сегодня, вот там, где мы находимся, мы уже не успеваем с ответами на основные, значит, группы вызовов. Пройдемся по ним укрупненно. Первая группа вызовов – это законодательная нерегулированность и риск ведения аукционов. Ну, именно так. Больше года Комитет энергетики Верховной Рады, другие сопричастные к этому госструктуры, значительная часть участников рынка являются как бы членами рабочей группы по подготовке к изменениям законодательства к новым, значит, механизмам стимулирования ВИЭ, перехода на аукционы. Но до президентских выборов это не случилось. Дальше перспектива тоже непонятна. Вполне возможен, значит, на повестке дня досрочный распуск Верховной Рады. И, ну, мы не знаем, как получится. Это сильно влияет на рынок. Непонятно, что на самом деле с 1 января 2020 года. Непонятно, что будет. Есть очень много пунктов, правок, подправок, мнений. Есть какой-то уже плюс-минус сформировавшийся мейнстрим по переходу на аукционы. Но имплементация в реальном рынке – это достаточно сложная штука. И вот мой опыт подсказывает, что неизбежно с января, значит, с начала следующего года мы будем иметь резкое падение, но, значит, объема новых проектов, объема новых вводов и так далее. А в этом году, осенью этого года, мы будем иметь полностью перегретую систему. Все, кто не будет успевать там для солнца получить тариф 15 евроцентов, значит, будут идти на фол последней надежды. Вот, и это будет очень нервозная и как бы интересная, как бы, ситуация. Мы неоднократно озвучивали, как бы, нашу позицию на этот счет, о том, что переход на систему аукционов – это неоптимальный вектор изменения законодательства в поддержке ВИЭ. Фактически он невыгоден украинским игрокам, он навязываем Украине международными финансовыми организациями, от которых мы, к сожалению, зависим очень сильно, и мы не суверенны на 100%. Он породит в конечном итоге ситуацию, в которой преимущество будут иметь транснациональные игроки и другие участники, которые имеют просто доступ к дешевым длинным деньгам. Наше предложение всегда было другое. Каким образом среагировать на этот, значит, вызов? Это плановое уменьшение тарифа, например, там по солнцу на 20, может быть, на большее количество процентов, и введение дифференцированной шкалы этого тарифа по часам суток, тем самым породив механизм, который позволяет потенциально окупить любые инвестиции в аккумуляцию, в умные сети, в сториджи и так далее. И на этот подход способен потенциально породить новую волну модернизации всех даже действующих объектов генерации, значит, и, то есть породить новую инвестиционную волну с колоссальным мультипликационным эффектом для украинской экономики и энергетики. Вторая группа вызовов, которые случились в конце этого года, это законодательство не только стимулирующее, угнетающее отечественного производителя. Мы имеем абсурдную ситуацию. У нас импортер оборудования энергетического имеет более привилегированные условия, чем украинский производитель. За последнее время на рынке, скажем, солнца в Украине случилось два знаковых события. Значит, в Виннице
группа компаний КНЕС запустила завод по производству фотоэлектрических модулей. А в конце февраля в городе Одессе компания CIMAC купила технологию производства эмиттеров ВАИГ, локализовала ее на 80%. Подчеркиваю, локализовала не инверторную станцию, в которой инвертор китайский, трансформатор, например, польский, а металл турецкий, но справка У1 в наличии. Локализовала инвертор АЕГ в Украине. Так вот, вот эта группа производителей находится в очень, неудобных условиях, угнетающих национальные производители, что является полным абсурдом. Безусловно, здоровая реакция любого здорового государства и его законодателя – это недопущение таких моментов, это ликвидация этой дискриминации. И вообще говоря, сильное государство, которое думает о своем будущем, о своей национальной экономике, несмотря на членство, например, в ВТО, членом которого является Украина, да, использует механизмы и процедуры ВТО для защиты национального производителя. Это я веду к тому, что если определенная номенклатура оборудования, которая импортируется в Украине, субсидируется тем или иным способом стороной-производителем, это тоже дискриминационная торговля. И на эту дискриминационную торговлю государство Украина должно реагировать. Третья группа вызовов – это притча во языцах. На первой секции вы слышали руководителя нашего системного оператора. Мы говорим об этом много лет, но факт остается фактом. Значит, на сегодняшний день уже значительная часть территории, часть энергосистемы Украины имеет узкие места, имеет мертвые зоны. Юго-восточная мертвая зона, Бурштинская мертвая зона. Мы уже имеем, несмотря на ввод линии 750 РАЭС-Киевская, мы имеем, например, ограничения по сечению Запад-Винница в обратном направлении, что накладывает уже ограничения на строительство новых объектов ВИЭ в западной части Украины. Мы имеем ограничение работы Запорожской атомной электростанции по условиям динамической устойчивости от 2 до 4 тысяч мегаватт. Это 2-4 блока миллионника. Мы имеем, это уже инерция принятых ранее решений. Это инерция ближайшего, года-полутора, когда будут введены источники, которые несколько лет назад получили технические условия, которые получили соответствующее финансирование, профинансированы международными финансовыми организациями. Некоторые из них подписали инвестиционный договор с помпой, с присутствием президента Украины и так далее, и так далее. Вот мы имеем то, что мы имеем. И время микстур, таблеток прошло, и ситуация сильно запущена. И мое глубочайшее убеждение, которое мы озвучиваем неоднократно, я озвучивал на разных площадках, мы не обойдемся, еще раз, не обойдемся. Как бы это ни было непопулярно, мы не обойдемся без ревизии выданных технических условий и принятых решений по присоединению. Это особенно касается крупных объектов ВИЭ, в юго-западной части Украины, либо в Бурштинском острове, мы не обойдемся без ревизии пересмотра этих решений. Это, безусловно, негативный факт с точки зрения инвестиционной привлекательности страны, отрасли и так далее. Это показывает нашу несостоятельность, это показывает нашу непоследовательность в глазах кого угодно. Но мое глубочайшее убеждение, что мы без этого не обойдемся. Частично это можно оправдать тем, что большинство, участников рынка в этих крысиных бегах участвовали. Экономили на объемах разными другими способами. Да? Все участники этого. И мы получили ту ситуацию, которую мы получили. Это проблема. Большинство вещей, которые Всеволод Ковальчук озвучил на первой секции, имеют место быть. По планам, например, ДТЭКа, насколько я понимаю, меня могут поправить, планируемый ввод только их солнца в этом году 1200 мегаватт. По планам, например, группы компании КНЕС, могут тоже меня поправить, 550 мегаватт до конца этого года.
Наша компания намерена 300 мегаватт построить и еще на 500 мегаватт, значит, продать инверторов, потому что мы как бы акционер на 50% компании CIMAC. Есть другие участники рынка и их планы. Ситуация настолько запущена, что это реальная проблема. Министерство у нас, конечно, может быть и трешеры, но по большому счету вот эти проблемы, которые есть сейчас, системный оператор должен был предвидеть и принимать необходимые меры много лет назад, на протяжении этих лет. Поэтому, может быть, министерство и трешеры, но, наверное, НЭК Укрэнерго тоже не камильфо. Поэтому пересмотр неминуем, и жизнь заставит это делать, как только начнутся ограничения технологические, начнутся отключения аварийные и так далее. Жизнь заставит это делать. И эту непопулярную штуку в глазах украинского электората, она очень быстро станет популярной. И через эту ломку придется пройти, потому что все точки неповорота пройдены. Чтобы, значит, этого не происходило в будущем, опять же, жизнь заставит как бы не принимать волюнтаристских решений, значит, исповедовать системный подход. Те кодексы, которые в Украине приняты в прошлом году, это кодекс системы передачи и кодексы системы распределения, и та реформа как бы энергорынка, которая происходит, и там те нормативные документы, которые уже приняты, они предполагают наличие подобных механизмов. Они предполагают, вот как у меня написано, необходимость ежегодной актуализации схем развития энергосистем каждого облэнерго и НЭК Укрэнерго. И они привязывают утверждение их инвестпрограммы, значит, в национальном регуляторе, привязывают к наличию такой схемы, которая плюс-минус позволит, по крайней мере, иметь как бы системный подход при планировании деятельности, при планировании с программы, при выдаче там, технических условий там, в будущем и так далее, и так далее. Последняя группа вызовов касается будущего. У нас в зачаточном состоянии попытки выработки национального подхода к работе энергосистемы с источниками генерации, которые имеют стохастическую природу. У нас на сегодняшний день энергосистема Украины управляется теми правилами, подходами, которые существуют там, последние там, 70 там, лет со времен плана Гойл-Ро. У нас де-факто на условно 1000 мегаватт ветра или там, солнца, де-факто, системный оператор обязан держать такой же резерв, значит, на традиционных мощностях, что является полным абсурдом. Полным абсурдом. Никакого регулировочного диапазона никогда не хватит никому с такими подходами. Так вот, попытка поменять подходы, попытка сформулировать непротиворечивую концепцию и синхронизировать даже те проекты, которые идут, они идут. Опять же, я не присутствовал на первой секции, но, по-моему, Всеволод Ковальчук напомнил про проект передачи 2 и компоненту Smart Grid, которая финансируется, значит, Мировым банком, и реципиентом этого проекта является НЭК Укрэнерго. Значит, есть другие несколько проектов, которые идут, в значительной степени не синхронизированы между собой. Неизбежен акцент на выполнении, даже опережающем выполнении, значит, программы развития Укргидроэнерго. Значит, неизбежен акцент на внедрение системы прогнозирования, значит, особенно на сутки вперед, генерации возобновляемых источников, создание единой системы по стране, которая будет условно прогноз погоды на сутки вперед интерпретировать в количество выработанных мегаватт там, в различных разрезах, в регионах, функционально, между объектами и так далее. И парадокс как бы состоит в том, что не может, ну, скажем так, не парадокс, а прямое следствие просто физики процесса состоит в том, что отдельно взятый проект или девелопер, он не может это сделать самостоятельно, потому что погрешность прогноза там, для одного объекта составляет, например, там, 50-40%. Для объекта, для группы объектов, которые, например, в каком-то регионе объединены в балансирующую группу, составляет, например, там 20%. А для единой энергосистемы, для единой системы по стране, в которой значительная часть
скажем так, погрешности на различном уровне, если она правильно сконфигурирована, эта система, они друг друга погашают, то точность прогноза на вершине этой пирамиды может быть 5-10%. И внедрение этой системы – это принципиальным образом при существующих маневренных мощностях в энергосистеме принципиальным образом уменьшает потребность в балансирующих мощностях даже для существующего уже там состава возобновляемой энергии в балансе. В пункте первом я немножко говорил о стимулировании аккумуляции тонких моментов. Это, безусловно, как бы наш путь. Мы, опять же, против топорных централизованных решений, например, предлагаемых системным операторам. Он предлагает очень просто. Он говорит: ребята, дайте мне 2,2 миллиарда долларов, я куплю там 2000 мегаватт газопоршневых двигателей и построю 500 мегаватт батареек централизованно. И, по крайней мере, на год или на два решу нашу проблему и не буду вас ограничивать. Применение вот такого подхода со стимулирующим дифференцированным по суткам, по часам суток тарифу принципиальным образом переворачивает систему сверх ногами. Когда каждый отдельно взятый девелопер начинает инвестировать в это, потому что ему это выгодно. Не нужны разовые инвестиции в миллиарды долларов, не нужно ничего. Нужен просто нормальный хозяйский подход. Это если бегло. И мы видим, что частные девелоперы сильно более расторопны, чем госструктура. И этот вот разрыв между фактическим состоянием или фактическими проблемами и тем, что надо делать, он с течением времени увеличивается. И ломка этого рынка, она все ближе и ближе. Поэтому с осени это прошлого года, значит, мы вели работу, которая 31 января этого года финализировалась в эту пресс-конференцию, на которой было заявлено о создании платформы RESTO Ukraine с участием, значит, Комитета энергетики Верховной Рады, с участием всех профильных ассоциаций возобновляемой энергетики Украины. Поверьте, это было сделать очень сложно, потому что есть разные противоречия, есть мышные вещи, даже то я с ним за один стол не сяду и руку ему не подам. Мы живем в мире противоречий. Вот. Тем не менее, это случилось. Сидящие на этой фотографии — это не исчерпывающий список. К этой платформе, значит, примкнет ассоциация потребителей, к этой платформе примкнет ассоциация производителей энергетического оборудования и сервисов. В конечном итоге это будет целостная платформа общественных организаций и других структур, которые покрывают полный цикл от потребителя до производителя оборудования и сервисов для функционирования отрасли как замкнутой целостностной системы. Сейчас происходит юридическая легализация, она там до конца апреля будет закончена. Есть договоренности о целом ряде, значит, европейских грантов на функционирование этой платформы. Это попытка собрать всех в кучу, использовать ресурсы друг друга, административные, финансовые, маркетинговые и прочие, вот для наведения, собственно говоря, порядка и на попытке дать запоздавший ответ на те группы вызовов, которые я перечислил выше.